Снежный ноябрьский день 25 ноября в Коповищах состоялось знаменательное событие. На плацу собрались новобранцы 377-го гвардейского зенитно-ракетного полка и еще двух воинских частей Полоцкого гарнизона, чтобы официально приступить к выполнению поставленных задач. 59 молодых солдат принесли присягу на верность Родине. Молодые люди дали клятву достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Командиром подразделения к принятию военной присяги приступит. Я гражданин Республики Беларусь, Моисеевич Дмитрий Иванович, торжественно клянусь. Свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Присяга – это клятва военнослужащего на верность Родине, на верность выполнения воинского долга по защите государственной целостности Республики Беларусь. Давая торжественную клятву, военнослужащие обязуются, не щадя своей жизни, защищать Отечество, свою Родину, Республику Беларусь от внешних и внутренних врагов. Хочу пожелать, чтобы наше новое пополнение с честью и достоинством прошли воинскую службу, гордились тем, что проходят службу в гвардейском полку, быстро всему обучались, поскорее стали в наш строй полноценными специалистами, ну и, как говорится, вместе с нами выполняли поставленную боевую задачу. Впереди военнослужащих ожидает напряженная боевая учеба и освоение воинских специальностей. С принесением же клятвы эти парни сделали важный шаг во взрослую жизнь. Служба в армии – прекрасная для них возможность научиться защищать своих родных и близких, стать настоящим защитником Отечества. Возможно, немного гордость, радость. Значимый момент, значимый праздник в жизни каждого человека, я считаю. Я думаю, все сослуживцы мои разделяют эту позицию. Много и буря эмоций, естественно. Очень рад, что вот я стал наконец-то полноценным военнослужащим. Я об этом мечтал. В принципе, хочу продолжить. И я горд за себя и своих близких, что буду защищать свое отечество. И мне кажется, каждый мужчина должен принять присягу для себя и для своей Родины. В столь знаменательный день поддержать военнослужащих во время присяги приехали родные, близкие и друзья новобранцев. Взгляды и камеры телефонов присутствующих устремлены в сторону новоиспеченных военнослужащих. Каждый из них впервые видит ребят в военной форме, таких подтянутых и с оружием в руках. Самый такой знаменательный день. Все-таки сын в армию пошел. Приятно, что присягу принял. Переживаем всей семьей. Вот. Еще двое младших сыновей на подходе. Я желаю, чтобы ребята все служили достойно, были всегда верными Родине, Отечеству, чтобы всегда они вот любили Родину. А мы будем ждать, переживать своих детей, сыновей. В ходе проведения традиционного воинского ритуала солдатам вручили нагрудные знаки гвардии, как символ того, что дальнейшая их служба пройдет в стенах гвардейской воинской части. Ангелина Лазовская, Сергей Залынский, телеканал «Звезда».